рождения у меня. Собираются друзья. Все пришли, но нет тебя. Ты не пришла. Что случилось вдруг с тобой? Ты не пришла. Я ждал и верил. Ты не пришла. Я не желаю быть с другой. Только с тобой. С тобой одной. Телефон вдруг зазвонил, голос в трубке сообщил: извините вы ее, она не придет, потому что гололед, она не придет, лежит в больнице. Она не придет, но вам привет передает и в гости зовет, она вас ждет. Это оба ждем, мы снова вдвоем. И это главное сейчас, мы снова вдвоем. Мы снова вместе, мы снова вдвоем. Невзгоды все переживем, с тобою вдвоем, с тобою вместе.